Следующее важное свойство C++ — это низкоуровневость. Низкоуровневость C++, так же, как и низкоуровневость языка C, означает, что в этих языках можно напрямую работать с ресурсами компьютера. С одной стороны, это позволяет писать низкоуровневые системные приложения, такие как операционные системы или драйверы операционных систем. С другой стороны, это возлагает на программиста необходимость следить за системными ресурсами, так как неаккуратное обращение к системным ресурсам может привести к падению программы. Так, например, в C++ отсутствует автоматическое управление памятью. Это, с одной стороны, позволяет программисту максимально получить контроль над своей программой и, например, сэкономить память в тех приложениях, где это нужно. С другой стороны, программисту необходимо заботиться об освобождении памяти собственноручно, и если он забудет где-то освободить память, то эта память будет висеть до конца работы приложения.